Привет всем, я в автомобиль свой установил очень крутую сигнализацию. Автомобиль Passat B3 1.8 бензин 91 года выпуска. Некоторые функции даже получаются необычными. Естественно, все управляется с помощью вот такого брелка. Брелок совсем простой, с двумя всего лишь кнопками. Ну и попробуем первую функцию, это закрыть наш автомобиль. Один раз нажали и... Автомобиль наш закрыт. Потом мы дальше нажимаем два раза. Моргает дальний свет два раза. А вашему автомобилю такая функция есть? Ну да ладно, продолжаем дальше. Так, переходим на кнопочку номер 2. И нужно нам нажать три раза. Раз, два и три. И у нас открывается водительская дверь. А у вас такое есть? А нажимаем два раза, водительская дверь должна закрыться. Да, закрылась. Но и это еще не все. Обратите внимание, на данный момент капот у нас закрыт. Если мы нажмем одновременно две кнопки, наш капот откроется. Видали? А у вас такое есть? Можно подойти, уже отодвинуть крючок и спокойно открыть наш капот. И мы увидим, естественно, дверь. Оно и рукой неудобно, но мы смогли это сделать. Все открывается. Вот мы ложим назад, закрываем. Так что напоминаю, это у нас был Passat B3 91 года выпуска. Еще у нас есть функция включения щеток, ну и много-много другое. Так что, если кому понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии. Хотите ли вы увидеть еще какие-нибудь функционал на данном автомобиле, и мы вам его покажем. Все, всем пока-пока.